Uh, we are going to touch upon uh, a, a new uh, subject that we asked uh, gregory to talk about, but uh, he was uh, uh, offering to talk about other uh, uh, so, uh, subjects, uh, but we wanted him to talk about this. Uh, and uh, i think that you will uh, get acquainted with, uh, um, with a unique person. Uh, human being organizer, specialist expert, manager, um, editor, and, uh, uh, такого uh, информационного источника и по моему аналитического источника если вы хотите действительно знать что происходит в конкретном регионе в конкре в конкретной местности и так далее мы сами вы как специалисты и даже иностранные источники всегда должны смотреть вот эту организацию, которая называется Кавказский узел. Потому что более объективную, грамотную, профессиональную информацию и даже анализ трудно где-то получить. Потому что, во-первых, она связана с первоисточником, а, во-вторых, там существует профессиональный анализ того, что дает на самом деле реальность. И я хотела вместе с Андреем Александровичем с радостью познакомить вас с замечательным, на самом деле, как по-русски говорят, спикером, но не говорящий же, ну как говорят, да. человеком, который умеет замечательно говорить на хорошем русском языке, который путешествует по миру, все так далее, так далее, а гостем нашим сказал. А Кутузовский – это не место, куда его тянет. Но, оказывается, и Голицыну не совсем место, куда его тянет. Но мы настояли. Он тянет к людям, тянет не в места. В Голицыно я был с месяц назад, наверное. На Новокутузовском действительно у нас другие проезды в основном товарищи. У меня нет дачи на Рублевке. Я когда-то, кстати, жил по соседству, но переехал. Поэтому действительно редко бываю. Вот меня попросили, когда предложить тему, я предложил такую. Российский журналист сам обманываться рад или по принуждению. Северный Кавказ, хроника текущих событий. И я так понял, Инну, что да, давайте. Да. Э и давайте тогда я буду рассказывать про а, немного про то, чем мы занимаемся. И как обычно, с помощью высококлассных модераторов школы, не говоря уж о том, что здесь и создатели школы, и руководители, председатели правления. Уже да, ух ты, Серьезно. Но пользуясь этой традицией, нет, не знал. Пользуясь этой традицией, будем передавать слово вам. Поэтому ровно в 4 я уйду. А до этого времени буду предлагать, чтобы вы задавали тон разговора о Кавказе. А не я рассказывал вам, как будто бы вы знаете меньше, или как будто бы у вас взгляд какой-то не такой. Кто-то совсем не имеет к Кавказу отношения, кто-то имеет. Я смотрел список участников и видел это. Кто-то впервые, кто-то уже приезжал. Но вне зависимости от этого, мне кажется, что полезно любому человеку, который никогда не был на Кавказе или который живет там, задать себе вопрос: какое это ко мне имеет отношение? Я сам обманываться рад. Или... А сегодня, когда я въезжал сюда, передо мной ехала машина с мигалкой. поэтому, хотя я не часто бываю на Кутузовском, но это не было мое сопровождение. Думаю, что, да, это ваше сопровождение. Так вот для для тех, кто здесь впервые или не знает, что такое Кавказский узел, я постараюсь не затягивать саму рекламу слишком надолго и, чтобы я не говорил, предлагаю подумать, а о чем вы? предложите поговорить вам. Я предлагаю вам формулировать в рамках вот той модели, которую здесь в школе мы как-то опробировали раньше, вам формулировать даже не вопросы ко мне, суждения, идеи. А что бы вы хотели, чтобы я, может быть, отреагировал на ваше мнение, на ваш взгляд, на ваше понимание проблем? Ну, конечно, в контексте того, что мы делаем, в том, в чем я немного понимаю. «Кавказский узел», вот он на экране, это издание, которое Пишет, видно или нет перечень регионов, может быть, надо сделать покрупнее. Пишет про 20 регионов Северного Кавказа, Юга России и Южного Кавказа, включая непризнанные государства или образования. Мы пишем круглосуточно, мы работаем 15 лет. Я сам из Москвы, не имею никакого отношения к Кавказу, не родом оттуда, не, не жил там в детстве, не имею там дач, квартир, э, членов семьи. Э, почему я занялся Кавказом, я сам точно ответить на этот вопрос не могу, поэтому считаю, что каждый из вас может в какой-то момент попасть в такой переплет. Каждый из вас, из тех, кто не имеет к Кавказу, так же, как и я, большого отношения. Что делаем мы? Последние 15 лет мы стараемся быть профессиональны в передаче информации, в первую очередь фактов о событиях, которые на Кавказе происходят. За это время, как вы можете видеть на экране, вот мы стали партнерами BBC, чем мы гордимся, как вот осознанием нашего такого профессионального уровня работы, о которых спасибо за комплименты мы услышали. Но также, если вы вобьете «Кавказский узел» в поисковик, вы увидите, что наши материалы цитирует Bloomberg, Reuters, AP, многие другие агентства, естественно, СМИ, потому что, как им тоже кажется, информация, которую мы производим, ценна наш фокус это конечно в первую очередь права человека что происходит в том регионе в котором грубые нарушения прав человека это рутина это норма это будни и об этом конечно очень мало пишут то есть к сожалению мы являемся к сожалению одним из немногих источников информации о таких процессах как похищение как пытки как убийство мы пишем не только об этом конечно же но многие из тем о которых мы пишем не подхватываются другими СМИ, особенно в а, этом году, когда ситуация с, в СМИ так существенно ухудшилась, мы видим, что а, цитировать стали значительно меньше, ну, просто потому что вы, наверное, все знаете, что произошло с лентеру, с газетеру, со многими другими изданиями. Надеюсь, что все с дождем будет хорошо, смотрю я налево. А, вот, налево в прямом смысле слова. А, а... Мы стараемся делать материалы разных категорий, как новостных, так и справочных, аналитических. Об этом у нас тут есть специальные рубрики. Например, мы считаем цену, цену войны. Вот вы знаете, что некоторые люди на Северном Кавказе объявили джихад, у них идет религиозная война, у нас это называется терроризмом. Сколько это стоит? Нас интересует не в деньгах, конечно, а про деньги кто-нибудь другой посчитает. Слава богу, есть немало хороших изданий, которые занимаются коррупцией. Мы считаем цену в людях. Да? То есть сколько погибло людей. Мы делаем это еженедельно, ежемесячные такие вот выкладки выдаем даем и инфографику для тех кто хочет посмотреть стоимость войны в человеческих жертвах причем считаем мы так не очень-то не очень-то правильно с точки зрения наверное мейнстрима мы считаем всех мы считаем как вы можете видеть на экране гражданских силовиков наших российских правоохранителей и мы считаем боевиков или тех кто был ими объявлен и вот тут вступаете вы, как читатели. Для вас боевик, когда вы читаете новость. Убит боевик. Вам хочется понять, ну это боевик или человек, которого расстреляли в жилом доме, объявлен боевиком. И, собственно, не было ни следствия, ни, естественно, никакого судебного процесса. Притом задавая себе этот вопрос, вы. Ну, и мы, когда себе задаем этот вопрос, мы не говорим, что убитый был агнцем, да? Может быть, он был боевиком, может быть, он был террористом. Но мы просто задаем себе вопрос: знает ли человек, стреляющий по дому, кто внутри? Ну, вот был этот человек моложе в федеральном, розыске: известно, вот, кто там до того, как дом начали расстреливать. Или неизвестно. Стреляют, так сказать, превентивно. Ну, то есть мы подвергаемся часто критике за то, что мы ставим такие вопросы, потому что... Конечно, на сайтах боевиков информация пропагандистская. Есть немало пропагандистских российских ресурсов, которые объявляют террористами и боевиков, и обычных людей. В общем, ленту новостей у нас вы можете видеть круглосуточно об этих и других событиях. Вы можете видеть, что у нас вот есть фокус на, не только на события, которые происходят во время. Может быть, все тут знают атаку на Грозное, которая происходила недавно. Но ну и после этого вот мы первым Опубликовали материалы о том, что дома родственников боевиков сжигаются в Чечне, в принципе, это не новость. Сжигались они и ранее, и мы рады были видеть, что все-таки были издания: И слон и дождь подтвердил эту информацию позже. Мемориал выпустил об этом релиз. То есть, все-таки есть пока еще силы, которые готовы распространять информацию о происходящих событиях. И хроника такая довольно печальная у нас получается часто, потому что нас меньше интересует, как колосится рожь на полях Кубани, и больше интересует, например, что же происходило в Кущевке. Это, наверное, всем известное название станицы. Нас больше интересует голос, который не слышен. Нас больше интересуют люди, которые не видны. Нас больше интересует то, что незаметно, к чему надо привлечь внимание. Но главное, конечно, в работе это не только показать, как в Чечне сжигают дома родственников, показывая вам страницу с видео, но и читатель. Кто наш читатель? Как мы относимся к нему? Чего мы хотим от нашего читателя? Чего мы хотим от нашего читателя, может, например, показать вот это голосование. Мы всю осень проводили голосование наших читателей по поводу лучших комментариев. У нас примерно 25 тысяч зарегистрировано пользователей, и они пишут комментарии. И каждую неделю мы выставляли комментарии, которые мы считали лучшими, на голосование наших читателей, чтобы они из того, что мы считаем лучшими, в этом наш редакционный выбор, голосовали, выбирали. Вот я даже не знаю, какие результаты голосования сейчас по поводу лучших комментариев осени, так мы их назвали. Мы считаем, что издание такое, как наше, и любое современное прогрессивное издание, должно ставить перед собой вызов больше общаться с аудиторией, больше предлагать ей голосовать предоставлять сведения, предоставлять материалы о том, что же творится непосредственно у них по соседству или выражать их отношения в той или иной форме. Вот для тех, кто живет в регионе, и на этом я закончу с вами пиар, мы предлагаем писать смс-сообщения. Что это такое? Это не просто форма получения информации. Поскольку я сам очень часто в регионах, и чаще меня даже нет в Москве, чем, чем я где-то в дороге, я очень часто слышу на Кавказе особенно, ну не только на Кавказе, в том же Ставрополе, на Кубани, ну вот что же вы не сообщаете там, вот, когда встреча какая-то вот коллективная, часто критикуют СМИ. И наши СМИ в России есть за что критиковать. Но я исхожу из такой посылки, что когда твоего соседа жгут, ну вот как дома в Чечне, фотографии, которые вы сейчас видели или, может быть, видели раньше. Когда твоего соседа или соседку вытаскивают из ее дома и бьют на улице, то это твое дело. Сообщать о том, что происходит. Да, сегодня в России не так много СМИ, которые готовы развить твой материал. Но вот мы готовы. Мы принимаем вот эти сообщения. У нас есть специальный раздел на форуме, в рамках которого мы аккумулируем такие смс-сообщения от наших читателей. Мы делаем журналистские материалы, проверяете сообщения, подтверждаете сообщения. Также мы работаем и с комментариями. Мы считаем, что. Это наша ответственность в том, чтобы э, говорить нашему читателю: не молчи, это не наше дело. Ну да, у нас порядка 40-50 журналистов в этих 20 регионах, но нам не в силах а, а, все отследить. Это вы должны сообщить то, что вы считаете важным. И кто-то считает важным, что на премии дебют чеченский писатель может, вошел в шорт-лист и может получить эту премию. Кто-то считает важным вот сообщение о контртеррористической операции в Нальчике, которая только происходит. Кто-то считает важным, чтобы за этим следили, чтобы СМИ писали об этом разные люди считают разное. Но главное, что мы хотим сказать нашим читателям, что это ваше дело. Это не наше журналистское дело информировать, сообщать. Это еще и дело активного гражданина, активного человека. И это то, что мы предлагаем читателям, это то, что я предлагаю вам сейчас в рамках оставшихся 57 минут сказать, а что же вы считаете важным? А рады ли вы обманываться, следуя за Александром Сергеевичем, чему-то, ну, просто не задавая себе и своим знакомым тех или иных вопросов. Или все-таки это принуждение и проявление цензуры, и вы обманываться не рады, но вы просто жертвы, жертвы этой пропагандистской реалии сегодняшнего дня. Вот на этом я отдал бы слово нашему ведущему. И, наверное, нам нужен какой-то регламент, который ведущий, я уверен, заявит для ваших реплик и замечаний, на которые я буду реагировать. Так ли это? Заявит ли ведущий? Василий, у нас по прежнему нет микрофона. А можно будет? Нам будет неудобно. Нужен еще один. Ну, если желание у кого-то уже. Итак, коллеги, пожалуйста, готовьтесь пока к выступлениям и обозначьте себя, кто хотел бы. Угу. Хорошо. Сейчас будет у нас второй микрофон, и мы начнем. Пока Чеченская Республика шло, слово получает, прошу. А у меня слышно, можно сказать? Что работает и что нет? Я просто не что понимаю. Эта сторона не работает вообще? Вот эта сторона ваша не работает. Нет, вот по этому ряду. Вот коллеги не могут там. Он работает, работает. У нас не работает. Да нет, там тоже не работает микрофон. Работает. Он. Выключите свой микрофон. Коллеги, нажмите вступать. все на кнопки пока. Говорите вот выключите, выключите, вы не выступаете. Заработало. Коллеги, тут Алло. так устроено, что когда нажаты три кнопки одновременно, остальное все выключается. Не экспериментируйте пока. Попробуем вот с этой вот стороны. Кто хочет отсюда? Так, Нет, Красноя... Красноя... Красноярск, правильно? Да, это рядышком, пожалуйста. А, я член общественной наблюдательной комиссии. Мы, Представляйтесь. Вот, Кириллов Сергей, Екатеринбург. Мы ходим по колониям, проверяем права заключенных, и очень часто попадаются люди как раз с Кавказского узла. И вот с той стороны, с юга. Персонажи кавказского узла, вы имеете в виду? Да, да, да. Вот и как раз э, очень часто требуется и связаться с их родственниками, и с правозащитниками, которые э, на которых они ссылаются. То есть э, вот э, хотелось бы, конечно, тоже держать с вами связь. Спасибо. Конечно. Да, подходите, я оставлю свои контакты, но, как я и сказал, для конкретных людей всегда, и в том числе в местах заключения, вот телефон. Этот смс-сервис автоматически работает круглосуточно, сообщение приходит, я дам вам личный свой телефон, но и мне до сих пор очень многие пишут, но этот смс-сервис, а мы знаем, что в зонах хоть и запрещено, но активно используются мобильные телефоны, сообщение приходит сразу внутрь Кавказского узла, так все устроено. Мы не опубликуем немедленно сообщение о том, что, чтобы там не было написано, мы будем эту информацию проверять, но я вот могу вам оставить какое-то количество таких телефонов, напечатанных на бумаге, пожалуйста, распространяйте их, если есть какие-то злоупотребления, мы пишем об этом. Другое дело, что вы, конечно, лучше меня даже знаете, как член ОНК, что очень многое надо проверять. Мы рады работать с людьми независимыми, особенно ВНК, которые готовы проверять, перепроверять информацию. И мы много пишем о, людей, о людях в местах лишения свободы с Кавказа. Но мы всегда заинтересованы в том, чтобы была две стороны. Потому что мы всегда хотим показать, что говорят заключенные и их защитники, и мы всегда хотим показать, в чем позиция, как вы понимаете, администрации. И в этом мы видим профессиональную просто работу. Журналисты и на нас обижаются да, иногда. Говорят, зачем же вы приводите их точку зрения? Ну, мы будем приводить разные точки зрения. Мы считаем, что в этом наша задача. Но вам я еще раз лично готов оставить. И даже лучше сейчас передам, потому что я уйду сразу. Просто вот контакты Кавказского узла, куда отправлять СМС. Так, еще по этой стороне. Прошу, коллега, к микрофону и представляйтесь. Добрый день. Меня зовут Евгений, город Севастополь. В связи с тем, что вы сказали, что Кавказский узел не только о кавказских регионах, но и о регионах юга России. Такой вопрос: так как теперь в России де факто еще два южных региона, будет ли Кавказский узел в той или иной степени следить за событиями там в Крыму и Севастополе? Спасибо. Мы уже до какой-то степени следим. Вот у нас есть такая страница Эху Украины на Кавказе. Мы, у нас нет сейчас ресурсов, возможностей серьезно работать, но те пограничные вопросы, которые э, связаны с именно эхо Украины на Кавказе, как мы это видим, то есть это вопросы, касающиеся и Украины, и, и того, что не считает себя больше Украиной, и Кавказа, который считает себя Россией, не считает себя Россией. Мы готовы освещать, мы заинтересованы в людях, которые еще раз готовы э, сообщать. Да, например, мы, у нас есть такой жанр, который мы освоили уже много лет назад одними из первых, чем гордимся, продолжим я саму рекламу, как твит-трансляции. Мы сделали немало твит-трансляций с Керченской переправы, где, как вы знаете, часами и днями, особенно в летний и бархатный сезон, в летний период и бархатный сезон застревали тысячи людей. И вот у нас в режиме твит-трансляции, вот эта страница, кто хочет, найдет, отслеживается информация о том, как там в каком положении там находятся люди, что делают власти, чтобы улучшить их положение, что делает бизнес, сколько стоит стакан чая в условиях, когда три дня люди сидят в машине, ну и так далее. Так что если есть что-то конкретное, о чем можно поговорить, я тоже к этому открыт. Так, наш выпускник из Хорватии Драгон, прошу. У вас был вопрос, или мне показалось? No. Окей. Okay. Так, вот э, там издалека кто-то сигнализировал меня, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей Абанин, Москва. У меня вопрос только, я могу задавать вопрос именно только вот потому, что происходит на Кавказе, или э, касательно того, что происходит с к, теми кавказцами, которые живут в других регионах в России, я бы уточнить хотел. Ну, я, я думаю, что Григорий это тоже интересует, так что… А, тогда я расскажу небольшую ситуацию из своей прошлой жизни и прошу просто прокомментировать нашего гостя эту ситуацию. Я учился с 1992 по 2002 год в обычной московской среднеобразовательной школе. И в моей школе существовало то, что сейчас называется модным словом джемаат. Это такое достаточно крупное сообщество кавказцев, прежде всего чеченцев, и других кавказцев, которые вокруг них кучковались, которые за счет крайней степени этнического своего кавказского национализма, агрессии, и крайне высокой сплоченности своей установили в школе тотальное, так скажем, доминирование, вот, которое очень часто выливалось в то, что на русском языке называется термином "беспредел", жертвами которого становились ученики не только русские, но не кавказской, скажем так, национальности. Беспредел заключался в принципе в унижении людей других национальностей по национальному и религиозному признаку. Деталей я описывать не буду. Это привело к тому, что выпускники моей школы, вот параллели ближайших, они питают, питали и питают ну, довольно сильную, скажем так, неприязнь к кавказцам. Часть из них в итоге оказалась в националистических движениях разной степени радикальности. Я прошу просто прокомментировать это. Ваше вот мнение ну, мнение у меня такое. Есть масса, масса проявлений такого неприемлемого поведения. Есть нарушения Уголовного кодекса, есть ситуации, где УК не нарушается. Я всегда исхожу из того, что нарушают уголовный кодекс или не нарушая Уголовный кодекс, унижают достоинство чьего-либо, что неприемлемо, конечно. Не национальности а люди. Вот вам так в кавычках повезло, что у вас подобрались люди, ну как вы говорите, в большинстве своем, положим, чеченцы, да, вот вы сказали. Где-то кто-то, кто служил в армии, скажет, что у них были из Дагестана, положим, такая была группа, и похожая история у них была в армии. Я всегда исхожу из того, что это конкретные люди. Я всегда исхожу из того, что национализм, который стоит собственно, в теме этой программы из прошлого, прошлого выступления, у меня здесь национализм ничем не может быть оправдан. То есть вы, положим, столкнулись с, там, не знаю, 20 условно людьми, которые вели себя там, недопустимо, да, если сейчас использовать ваш пример, я не знаю, что там было, и как мы поняли, мы не будем вникать здесь в подробности, их кто-то столкнулся с 5 в пять раз с большим числом этих людей. Я считаю, что ничто не может являться основанием для того, чтобы судить про весь народ. Будь то Чукчи, про которых мы любим советские анекдоты, кто-то, кто, кто живет в Дагестане, где сотни национальностей могут быть в одном районе, будь это сейчас моноэтничная Чечня с чеченцами, кто бы это ни был. Я не вижу оправдания для тех ваших одноклассников или одношкольников, которые примкнули к националистическим организациям. При том, что я нисколько не оправдываю ни дедовщину в армии, источником которой часто являются выходцы с Кавказа. Ну, справедливости ради, мы знаем, что они являются источником дедовщины, а являются мишенью. То есть, проще говоря, национализм неприемлем, Какие-то формы объединения людей, чтобы кого-то унижать, также неприемлемы. Что такое на самом деле джимат и как он неправильно толкуется, этот термин, я вывел на экран пока мест. Наверное, я вам ответил или нет? Ну, я не удовлетворен ответом, но формат не позволяет мне вступать в дискуссию. Очень хорошо, что вы это понимаете. Спасибо. Так, у нас включены все микрофоны, мы можем, мы можем в обычном режиме продолжать. Я, Алена, пожалуйста, перехожу на эту сторону. Да, здравствуйте, Алена Алешина. Хабаровск. Поближе к микрофону. Хабаровск, это Дальний Восток. Мы, наверное, чуть дальше находимся от проблемы жителей там, Северного Кавказа. Ну, у меня вопрос вот такой: если я правильно вас поняла, вы защищаете жителей Северного Кавказа, ну, которые пострадали на территории России, от, если я правильно вас поняла. Хорошо, я рада, что я вас неправильно поняла. Я вот. Чувствую. А второй вопрос: а ваша цель какая? Ну вот в глобальном смысле. Вот вы публикуете, вы, вы что хотите? Все, спасибо. А, ну я знаю, где Хабаровск, и даже бывал там не раз, и даже не только в Хабаровске, а, Комсомольске-на-Амуре и т.д. и т.п. А, конечно, мы вообще никого не защищаем, мы СМИ, да? а здесь, я так понял, собрались журналисты, поэтому наша цель быть профессиональными журналистами, и это отнюдь не защита кого бы то ни было. О наших целях я вот вам открою экран, где будет все написано. Но еще раз хочу сказать, чем мы заняты. Мы пишем с упором на проблему этого региона, но ну и с упором на то, как проблемы этого региона резонируют в нашей стране. Это не значит, что у нас взгляд этничный, что нас не интересуют, положим, люди по национальности русские. Вы, может быть, знаете, что в некоторых регионах Северного Кавказа это меньшинство национальное, да? так и называется, русскоязычное меньшинство, там есть целая программа, давайте сделать что-то, чтобы эти люди возвращались к нам на Кавказ. Ну, программы часто остаются на бумаге, деньги воруются, выделяемые на эту программу. Так что совсем неправильно представлять себе, что мы являемся каким-то голосом людей тех или иных национальностей. Более того, мы много пишем о том, какое эхо событий Кавказа здесь, за, за пределами этой территории и считаем это важным. И в частности про э, выходцев с Дальнего Востока мы пишем немало, потому что они служат там. И как раз-таки подвергается очень часто той самой дедовщине, о которой идет речь. Но вот о, о, про цель. Вот в принципе все здесь написано. И помимо того, что здесь написано, мы тоже разработали для себя кодекс этических норм. Если кто-то захочет про это говорить, какими мы, что что есть наша миссия, как мы, какие мы для себя приняли принципы работы. Вот это все опубликовано отдельно для журналистов, то, что я вам показываю, отдельно для тех, кто пишет комментарии. Для них конкретика другая. Другая, потому что мы считаем, что комментатор и журналист это все-таки не одно и то же. И в заключение скажу просто, реагируя на предыдущего реплику предыдущего участника, чтобы я точнее отвечал на вопрос, точнее формулируйте. То есть если у вас нет ко мне вопроса, вы говорите просто прокомментируйте. Я говорю, что я думаю. Если есть конкретный вопрос, буду стараться отвечать точнее. А вам я ответил, Алена? Ну да. Ну да. Григорий, я очень просил бы вас не уточнять у слушателей, удалось ли вам ответить, потому что, как это не прискорбно, я определяю, удалось это сделать или, или, или нет. Так, пожалуйста, самая крайняя рука по этому флангу. Прошу, сударыня. Добрый день, Швалова Елена, представитель Махчкалы. У меня вот какой вопрос: сотрудничаете ли вы, да, ваш кавказский узел с властью, то есть выполняете ли вы какие-то госзаказы, освещаете ли темы, которые вам спускаются свыше? Спасибо. Да, да, очень хорошо, что у вас есть понимание, что такое свыше. Вот. У нас. У нас вот разное понимание, что такое свыше. Мы будем считать, что это с высоты гор Кавказа и конкретно Дагестана. Кстати, очень красивые горы Дагестана, вот некоторые из них на ваших экранах. Вообще, это очень здорово было бы вот немножко отойти в сторону и сказать, что такое сотрудничество журналиста и СМИ с властью. Я считаю, что это выходит за пределы журналистики. Вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, я не буду трактовать, ответил я на него или нет, но вот что такое наши цели. Они никак не соотносятся с тем, чтобы заниматься информационным обслуживанием кого бы то ни было они соотносятся с другими вещами. Что такое беспристрастность? Вот что определяет наше понимание того, что мы должны делать на Кавказском узле. Мы не считаем правильным выполнять чьи бы то ни было информационные заказы. Не просто там администрации Махачкалы или администрации Дагестана или какого-либо другого региона, но точно так же интересы какого-то крупного бизнеса или малого бизнеса, интересы правозащитных организаций, которые мне, конечно, ближе к сердцу, чем властей или бизнесменов. Я считаю, что журналистика должна быть отдельно. И вне зависимости от того, что я лично думаю про Кадырова, мы должны цитировать Кадырова, если он что-то сказал по этому поводу. Даже если я лично считаю про него то, что я считаю, и то, что я не скажу здесь, в избежании проблем для школы и ее дальнейшей работы с электричеством, теплом и прочими благами Галицина. Так что никакого, никакого сотрудничества быть не может, априори. Но это не значит, что мы не должны писать о том, что происходит в Дагестане с точки зрения властей Дагестана. Просто их точка зрения прекрасно транслируется массой других изданий, и вы это, наверное, знаете, Елена, да? Они же финансово поддерживают много изданий и, к сожалению, довольно глубоко влезают в их редакционную политику. Поэтому мы считаем возможным писать о том, что происходит в Дагестане с точки зрения власти и Дагестана, но не делать на это упор. Потому что есть довольно хорошо посещаемые интернет-издания, есть десятки бумажных изданий в Дагестане без, без преувеличения, в том числе на национальных языках. И нет нам необходимости транслировать то, что они хотят рассказать. А вот мы лучше раз покажем, как горит здание ФСБ в самом центре Махачкалы. Мы расскажем, что осталось, хотя это не имеет отношения к властям Дагестана, что осталось, ох, вот теперь реклама прям никуда от нее не деться, осталось от поселка временной после проведения там зачистки. Хотя, конечно, когда, когда глава Дагестана дает и недавно давал пресс-конференцию, конечно, мы ключевые моменты из его высказываний тоже используем. Но мы считаем важно показать то, что показывают мало. Вот реклама никак не проходит, да, вот можно ее пропустить. И пока вот кто-то следующий будет спрашивать, я покажу вам, что осталось от школы в поселке Временном в Дагестане после зачистки. Вот эта школа. Но может быть уже следующий, да? Вопрос? Да, да, идем дальше. Коллега с длинной рукой, пожалуйста. Павел Никулин, Санкт-Петербург. Очень часто, когда мы видим какие-то отчеты о прошедших КТО или полицейских спецоперациях на Северном Кавказе, мы всегда встречаем одну и ту же формулировку «заблокированы здания», «на предложение сложить оружие или отказом», «открыли огонь», «ответным огнем уничтожены». Да, никогда не убитые, никогда ничего нет, всегда подозреваемые. И эти формулировки часто перекочевывают СМИ. Я читаю «Кавказский узел» время от времени, я вижу, что вы не используете эти формулировки, поэтому у меня два вопроса связанных как появился вот этот язык, что люди, которые становятся жертвами контртеррористической операции, всегда уничтожены, ликвидированы, никогда не убиты, они обезличены. И есть ли какие-то последствия для кавказского зла, что он этот язык не использует и всегда пытается вообще как бы разобраться, что это были за люди? Спасибо. Спасибо, что нас читаете, и спасибо, что замечаете нюансы. Вот э, вот это совершенно меня похвалила вот, Елена за хороший русский язык, но, к сожалению, иногда используем не только хороший русский язык. Остановлю уже показ, что осталось от школы. Э, вот, к сожалению, мы часто используем терминологию э, совершенно такой неудобоваримую с точки зрения классического русского литературного языка, например. Э, Предполагаемый боевик вот, ну, хоть бы конкурс даже объявить, как бы назвать человека, которого убили и объявили боевиком. Да? И ставим именно эту формулировку, потому что мы не знаем, как назвать этого человека все называют его боевиком. Кто он был, вот в том случае, который вы описываете, мы не знаем. Поэтому мы пишем, предполагаем. Как только сами террористы, а у террористов есть сайты, пишут на своем сайте, что это наш там мюрит, который, значит, шахада вот у него, вот он... Ну тут можно, да, сказать, если фотография совпадает, то да. Или когда есть в федеральном розыске лицо человека и с трупом совпадает фотография, тоже можно сказать, что, по крайней мере, он был в розыске, по крайней мере, есть хоть какие-то данные для того чтобы считать его э, действительно не э, просто пострадавшим э, от огня, а действительно боевиком. Так что э, это вызов как раз наш вызов к себе, наш вызов, э, э, чтобы не повторять, не копипестить за агентствами, что делает абсолютное большинство изданий. И мне очень приятно, что вы об этом сказали, потому что это ровно имеет отношение к теме нашей сегодняшней, нашего сегодняшнего разговора. Журналист... Сам обманываться рад или делает это по принуждению: когда он делает копи-пейст, уничтожен боевик, террорист, журналист, живущий в Самаре, Хабаровске или в маленьком Артеме рядом с Владивостоком, или в Твери, или в а, еще каком-то там а, а, торопце, он что делает? Он сам обманываться рад. Ему ничего не стоит задать себе вопрос: а есть вообще какие-то данные? У нас, например, никаких особых таких данных нет. Мы так же, как и вы, не знаем. И так же, как и вы, не, не, не а, способны в большинстве случаев найти информацию. Я вот вам назвал два источника, а третьего-то нет. Журналистам никто информацию не дает. Поэтому... А, это просто вызов к себе, мне кажется, правильным использовать. Это имеет, безусловно, обратную реакцию. Нас за это ненавидит, ненавидит сильно, критикует, мало будет сказать. считая, что мы оправдываем боевиков. И мы поэтому, как я и начал в самом начале вот этой реплики, считаем важным, что если появилось подтверждение, вот тут сказать, двумя днями, два дня прошло, и вот Лица этих людей стали известны, да. И вот тогда стало известно, что пять человек было в розыске. Можно про них это сказать. Да? На двоих, может быть, было заведено дело. Но, к сожалению, в абсолютном большинстве случаев не было никаких судов, да? чтобы уже назвать человека преступником. Да? И вот это очень важно. Поэтому. Э, э, с одной стороны, неправильно, мне кажется, называть человека преступником до того, как есть решение суда. С другой стороны, надо тоже с этим работать и видеть, как информация меняется с течением времени. И видеть, что в ходе спецоперации убили действительно, как вы очень точно употребили термин, не обезличенные какие-то были убиты люди. Что там была женщина, она была беременна. Может, она и готовила теракт, мы не знаем. Но важно это сказать. Там был ребенок, ну, мы, мы, знаем сейчас, вот, исламское государство, там дети с автоматами, с оружием в руках. Может, и этот ребенок тоже нарушал российское законодательство. Но важно сказать и показать лица, если можно, и дать фамилии, и отследить, если были опровержения от родственников. Все это важно. Так, с этого фланга Ингушетия. Прошу, коллега. Ахмед Парагульгов, Республика Ингушетия. Чуть ближе к микрофону, прошу вас. Да, да григорий вот у меня два вопроса вот первый вопрос связан с вот тем образом кавказца брутального неадекватного хаотичного как вы думаете вот вот этот образ это и есть порождение журналистских изысканий журналистской аналитики. И вот как следствие вот рождения вот таких вот молодых ребят, которые на самом деле, то есть их реакция вполне понятна. Но мне кажется, что при разговоре, ну, то есть, я это ощущаю, даже вот, вот, вот от общения с коллегами, когда речь идет о плохих новостях, тогда Кавказ актуален. И когда говорят о хороших вещах, Кавказ уже не актуален в таком случае. И вот у молодежи возникает, как бы, ощущение, что раз о нем говорят плохо, значит он и должен быть плохим. Это первый вопрос. Вот ваши комментарии по этому поводу. А вот второй мы, а второй будет вопрос уже. Мы знаем, да, вот эту вот истерию, которая звучала очень долго до украинских событий по телевидению, и вдруг появляется Украина, и вот Кавказ такой нежный и пушистый. Оказывается, все, может, он, да, да, да нет, не нежный и пушистый, да они храбрецы, они отстаивают честь России там на Украине, спасают русских людей. А вот у меня вопрос в этой связи. Вот вот эта вот цикличность, разумеется, что она а, а, как бы продуцируется государством. Вот в каких случаях это происходит? Как, вот понятно, что это интересно государства. Вот в каких случаях конкретно? Да, спасибо. Спасибо, Ахмед но У вас вопрос такой на докторскую диссертацию вот, может быть вы то и напишите вот я свои просто экспромтом соображения могу сейчас сказать вы это понимаете да? то есть я не больше вашего знаю на этот счет и не уверен что дольше вашего читаю про кавказ и многое про кавказ не понимаю поэтому первый ваш тезис про образ кавказа. Вы сказали, порождение журналистики это или нет. Я считаю, что журналистика это вообще малая часть нашей жизни и стремительно уменьшающаяся с образованием и журналистики, пиара и пропаганды. Поэтому никаких порождений журналистики, мне кажется, в нашем обществе нету, потому что нет журналистики профессиональная журналистика сведена буквально каким-то это даже островками не назвать каким-то абсолютно малым величинам в в океане пропаганды и и пиара которым занимаются все кто не попади все кто хочет называть себя журналистом поэтому есть порождение общества да действительно в обществе есть такой образ и один великий российский социолог левада сказал что кавказцы спасли его. Евреев. и спасли не потому что это уже дальше я трактую не потому что журналистика не потому что пропаганда а потому что кто-то становится плохим парнем вы сказали брутальным можно сказать по-другому потому что к сожалению в обществе нашем есть нетерпимость и есть желание увидеть каких-то парней для битья вот что здесь что здесь первично плохие новости с кавказа или такое пространство внутри человека, которое востребует кого-то плохого, кого-то, кого надо не любить, будь он евреем, кавказцем, чукчей, неважно. Это я не знаю, но мне кажется, что журналистика точно это не мишень для атак с точки зрения разговора о формировании образа. Образ формируют люди, Люди формируют образ под воздействием. Не под воздействием журналистики, я уверен, потому что журналистики почти нет, как я уже сказал. Пиара достаточно, пропаганды много. Второй ваш тезис про пропаганду, на мой взгляд, в большей мере, Ахмед, чем про журналистику. Вот это, эти циклы, они, конечно, про, про пропаганду. Вот вам самому, как человеку с Кавказа, не смешно слушать, когда российские официальные лица, ой, тут, может, не надо об этом говорить, говорят по поводу неизбирательного применения силы на Украине. Да? Я, например, уверен, что украинская армия действительно э, разрушила массу жилых построек, атаковала массу гражданских во время событий на Украине. То есть не только есть вина одной страны. там боевиков, ополченцев, как их ни назови. Я уверен, что украинская армия очень много плохого сделала. Я уверен, что они стреляли неизбирательно и так далее. Но когда я слышу от российских чиновников эти слова, мне просто смешно и грустно, потому что что же сама наша российская армия делала и делает, когда я вам показывал эту школу в Дагестане. Почему она такая разрушенная после КТО? Там что, засели боевики? Это что, как во время атаки на Грозный? Нет, там не было боевиков. Она была пустая. Они просто так проводят контртеррористические операции, что от школы потом мало что остается. Поэтому, на мой взгляд, это вопрос пропаганды. А вопрос пропаганды — это вопрос к самому себе. Мы будем рвать на себе волосы и говорить, как все ужасно, как мы являемся объектами чьей-то информационной политики и чьей-то манипуляции? Или мы все-таки сознательные взрослые люди и мы не рады обманываться. Мы можем поискать информацию, мы можем понять, что формирование образа это не задача чиновников с их портфелями, с их пиджаками от Бриони, с их коррупцией. Это наша задача. И я понимаю, что вам, может быть, конкретно тяжело очень часто, да. Но я считаю, что вот вы для для себя, извините, я скажу это слово, должны примерить эту задачу, потому что СМИ Пропаганда, она делает очень много, чтобы сформировать что-то плохое, но мне кажется, а что делаем мы сами, чтобы сформировать образ? Что вот лично я вот, что я могу сделать? И чье это дело? Это дело властей Республики Ингушетия, Республики Чечня, Дагестан нет. Это дело людей. Мы вообще сами-то будем жить в одной стране через сто лет? Или мы так друг друга будем ненавидеть, что мы начнем отделяться друг от друга? Так что, как, как бы грубовато это ни звучало, я считаю, что такие вопросы надо тоже примеривать на себя, а не на журналистику, не на государство и даже не на общество. Уж извините за такой ответ. Дагестан, коллега, прошу. Здравствуйте. Азнаур Абдурашидов, Республика Дагестан, Россия. У меня вопрос такой. Вы говорите о проблемах Кавказа. И, конечно, на сайте вашем это все отчетливо видно. часто ли публикуется на Кавказском узле именно положительные материалы? Ведь наравне с плохими и много чего хорошего тоже происходит у нас. Вопрос такой. Спасибо. Термин, который очень любят наши российские чиновники ⁇ позитив. Я вот его очень не люблю. Я вообще считаю, что... Представление такое, что, ну, естественно, наши чиновники, они готовы проплачивать позитив, да. Не знаю, про это ли вы говорите, когда говорите про положительные материалы. Они, конечно, под позитивом имеют в виду определенную ингажированную информацию, которая часто является анонсом каких-то будущих свершений, открытием заводов, фабрик, пароходов и так далее. Когда есть что-то конкретное, что произошло, мы напишем и про Дагестан. Не знаю, вот скажите, пожалуйста, является, ну то есть... Это риторический вопрос, потому что у нас есть ведущий, и я не задаю вам вопросов, но вот я считаю, скажем так, что положительной информацией является, вот я вам рассказывал про временный поселок, вы из Дагестана, вы знаете, где это. Вот на мой взгляд, я, я, я не люблю слово положительный, позитив, но на мой взгляд, чиновники в Дагестане должны были бы сами делать больше для того, чтобы рассказывать вот о волонтерах, которые гуманитарную помощь донесли вот до этого поселка временная, о котором я вам говорил, где черти что сейчас творится. Да? Но это не очень то, что называется позитивом в сегодняшнем Дагестане. Почему? Потому что хотя мы рассказываем о конкретных вот этих парнях, которые что-то туда привезли еду, теплую одежду у людей, там нет теплой одежды. Они высоко в горах, там не такая погода, как здесь, там не такой снег лежит, там очень холодно. А них это не положительная информация, это не позитив, потому что хотя они сделали что-то хорошее, но они же обращают внимание на проблему. А нам-то зачем обращать внимание на проблемы? Давайте лучше обратим внимание на э, э, те места, где нет проблем. И здесь я возвращаюсь к тому, что такое новости. Я считаю, что новости связаны все-таки с какими-то изменениями, с какими-то событиями. И как только есть изменения и события, связанные с какими-то конкретными достижениями чиновников, надо об этом написать. Но их не так много, как хотелось бы. И пресс-релизы это не новости. Те 99 пресс-релизов из 100 приходящих нами не могут быть использованы. Вот такой у меня ответ: так, этот фланг. Я у, у Чечни прошу прощения: пока есть коллега, у меня другие желающие, вы в листе ожиданий находитесь, поскольку вы уже выступили в начале. Не вижу. С этой стороны. Наш Тувинский узел. Пожалуйста. Действительно, Тувинский узел. И там у нас очень серьезные проблемы. Но я вот о чем. А, нас очень тут интересует, вот, вот тут, близ сидящих коллег. Вам лично угрожали? Это раз. И второе. Что вы... Что... Как, так. Мне сложновато. Так. Самый важный вызов, самый вызывающий вызов национализма по вашему. А конкретнее можно Вот, э, ну пусть это будет на Кавказе. Что так, что может стать очень таким серьезным в ближайшее время, что невозможно будет решить э, правовыми какими-то такими государственными средствами? Чего надо бояться? Спасибо, действительно узел. Я думаю, надо бояться самих себя. Вот, надо бояться безразличия собственного. Питательной средой для развития терроризма, например, которого считается, что нужно бояться, является не неэффективность правоохранительных органов, хотя это есть. Является не радикальные экстремистские взгляды, хотя это есть. Является не низкая образованность, и высокая, высокая терпимость к манипуляциям, когда большое количество людей в силу недостаточного образов... низкого уровня образования, низкого уровня жизни, может быть, легко манипулируемо. И это есть, но не этого надо бояться. Их все равно этих проблем в смысле конкретных проявлений в конкретных людях гораздо меньше, чем нас, людей, живущих в этой стране которым безразлично то, что происходит там. Ну или когда наши контрактники, наши из Тувы, например, да, попадают туда, тогда вот мы начинаем, так сказать, до какой-то степени раскручивать. А где же они были? А почему их убили? А что произошло, если, не дай бог, убили? А, к сожалению, были и такие случаи. Поэтому я считаю, что в первую очередь вот нежелание реагировать, нежелание читать, нежелание комментировать, нежелание видеть, что это твое дело, приводит к тому, что расцветает, расцветает все самое маргинальное, что может быть поддержано не нами, большинством свободных, нормальных, думающих людей, а этим апатичным болотом этим ничего, ничем не заинтересованным и ничего не хотящим массивом, который не смотрит на то, что происходит на Кавказе. Просто потому что современный наш российский мир говорит о том, что даже если мы просто будем читать о том, что там будет происходить, там уже не будет происходить массу того, что происходит, что происходит от неучастия. Вот взять хотя бы теракты смертников. Какую цель эти люди ставят перед собой? Сколько в действиях терроризма коммуникации, сколько в их действиях желания привлечь внимание, к чему они хотят привлечь внимание. Если в их действиях много, я нисколько не оправдываю, кстати говоря, для протокола, никакой терроризм, да? но сколько в их действии выходящего за пределы самого конкретного взрыва, самого конкретного самоубийства или убийства людей вокруг себя. Очень много. К кому они обращаются? Но отнюдь не только к МВД, не к Путину, который в своей речи может упомянуть, если это совпадает по датам, они обращаются к нам. Чего они от нас хотят? Да? Что мы можем им ответить? Мы молчим. Мы считаем, что мы дали это на откуп правоохранительных органов с ними разобраться. И когда я оставлю сейчас эти вопросы, я не имею в виду, что от нас ожидаются какие-то политические ответы. Да? У нас, так сказать, я не говорю о том, что наши ответы лежат в сфере политики, наши ответы лежат в сфере участия, в сфере того, чтобы знать, что там происходит. К тому, чтобы в отсутствии информации люди не чувствовали, что они в вакууме живут в отсутствии информации из региона, в отсутствии источников информации. Поэтому я думаю, что, вот как ни странно, вызов именно не в том, что происходит, не в действующих лицах, а в том, кто эту информацию не воспринимает, кто безучастен. Ну, про угрозы я не люблю говорить. Но ответ положительный. Коллеги, позвольте, я тоже задам вопрос, который наверняка интересует многих, но вы просто стесняетесь спросить. Григорий, а как вы сводите концы с концами? Госзаказа нет, иностранных денег, видимо, тоже нет. За счет чего существует замечательный ресурс, который? За счет, вы... иностранных денег. за счет иностранных денег. Я прошу прощения за дерзость. Вот, если отключение микрофона в школе считается удачным выступлением, то, видимо, я ошибся адресом. Не совсем понял, коллега, если был... отключение микрофона считается в школе Нет, удачным выступлением. Нет, то, что вы сказали, я понял. Я в контекст это не могу вписать. А я подумал, что дал слово, да? да. Но ну, мы оба правы на самом деле. Слово я дал, но коллега не смог им воспользоваться. Я, я с извинением вам вторично даю слово. Пожалуйста. Да, да. Спасибо большое. Значит, мыслей на самом деле э, много. Будьте добры, себя назовите, чтобы Григорий понял. С, да, <с> Гапур Ислаев, Чеченская республика, журналист-блогер. Вот, мыслей много, но вынужден, с вашего позволения, начать с выражения сочувствия таким людям, которые думают аналогично, как коллега. Вот, и как ни странно, все-таки буду исходить из нейтральной такой миротворческой позиции, поскольку у меня совершенно другое понимание этого вопроса. Вот, теперь конкретно. Вот я сейчас возвращаюсь к той мысли, что, не к популярной мысли, что межнациональной, межэтнической напряженности на Кавказе и в России нет. Есть ксенофобия в СМИ, есть такие псевдопатриоты, как Навальный, Жириновский, вот, которые влияют каким-то образом вот, на такую молодежь. И вот вопрос к вам, как вообще достучаться до такой молодежи, которая придает социальной напряженности национальный характер? Спасибо. Социальной напряженности, национальный характер. Ну, я, конечно, не могу точно ответить на ваш вопрос, как, да, как достучаться. Но я считаю, что э, то, как сейчас стучаться, а я бы даже сказал стучат, я бы даже сказал стучат так, что больше ничего другого не слышно используя максимально э, э, звуковые и подавляющие все остальные источники э, э, инструменты это неправильно но ну, кто-то кому-то придает какой-то э, характер национальный кто-то кому-то придает характер каким-то конфликтам ну ну может быть кто-то заблуждается зачем этих людей карать то? Да? вот я не понимаю да? если кто-то нарушает российское законодательство, оно у нас очень детализировано по части экстремизма уж так детализировано что можно сейчас вообще тут за часть этих вопросов которые здесь были заданы и за многую часть этих ответов которые были даны неизвестно что сделать Так что я не считаю что плюрализм это то с чем надо бороться. Я считаю, что разные мнения ⁇ это хорошо, это правильно. И то, что кто-то заблуждается, включая меня, это нормально. Я считаю неправильным, когда есть... Одна основная точка зрения, и вот ее эту основную точку зрения, например, о том, что э, вот из, делают какую-то националистическую э, раскручивают какую-то националистическую модель те или иные люди, да, э, вот эту точку зрения надо транслировать, а другие не надо транслировать. Я считаю, что есть нарушение закона, работаем с этим. Нет нарушения закона. Есть высказывание мнений. В этом беды большой не вижу. Наоборот, я считаю, что чем чаще человек высказывает свое мнение в рамках российского законодательства, тем лучше, тем больше у этого человека шансов, наконец-то, с течением времени, тысячный, десятитысячный раз, сказав какую-то глупость, понять наконец, что он глупость сказал. Но чья ответственность за это? Кто отвечает за... Глупость ли мнение, которое провокационно, которое основано на а, таком ангажированном подборе а, свидетельств. Кто за это отвечает? Я считаю, что это не дело государства. Я считаю, что это вот дело вот собравшихся, включая вот всех здесь людей. Это не дело государства, карать их, сажать их там. Но если человек, конечно, провоцирует каким-то э, действием, конечно, это плохо, на то есть статьи. Но э, в целом у нас не хватает обсуждений, дискуссий, вот даже хотя бы подобные это здесь. У нас не хватает разговоров между собой, где они происходят. У нас сейчас все так зарегулировано. Уже в соцсетях там люди что-то пишут и оказываются, где они после высказывания мнений в соцсетях. Они же пишут-то не призывы бить людей определенной национальности. Ну кто-то что-то написал, но глупость сморозил. да? Но когда я вижу сейчас процессы против блогеров, процессы направленные на фильтрацию контента, я считаю, что это все совершенно неверно. И э, надо этот вопрос переводить к себе самому. Не как там государство лучше контролировать, а как мне общаться с моим соседом, который искренне считает, что все люди такой-то национальности, положим, воры или продавцы наркотиков. Да? Намеренно выбираю, вы догадаетесь, о каком примере идет речь. Каникрады, да? не Кавказ берем. Вот многие так считают. Вот я знаю людей, которые специализированно занимаются проблемами цыган. И они сталкиваются с таким отношением. А откуда это в нас берется? Ну, читали русскую литературу оттуда, что много раз гадалка там что-то не то нагадала, много раз обокрали квартиру и так далее и тому подобное. У нас таких стереотипов много. Мы сами между собой способны разрешить их? Или мы считаем, что к этим людям можно так относиться, а к чеченцам уже надо относиться иначе? Сами мы насколько терпимы к тем или, или к другим националистам? Сами мы насколько готовы слышать друг друга? Вот я так на этот вопрос отвечаю. Они а через СМИ, не через власть, не через пропаганду. Вот именно что способны такие герои, как Навальный и Жиновский, нам не нужны. Я не реагирую, да? Я думаю, что нет, конечно. Гапор, вместе с тем я вам приношу извинения за недоразумение. Это мой промах. Еще 10 минут у нас есть, коллеги, после чего эксперт нас покинет. Прошу, вам слово. Безвременно. Временно. Добрый день всем, еще раз добрый день. Игорь Хорошилов, Ростовская область. Всю жизнь почти прожил в Хабаровском крае, поэтому я такой транспарент. Еще раз хочу вам спасибо сказать за то, что есть ваши СМИ, потому что про журналистов Ростовской области, двое из которых сидят в тюрьме, это Толмачев и Резник, пишите, грубо говоря, только вы, ну я типа третий, но я все еще на свободе. А мне хотелось бы задать дурацкий утилитарный вопрос средний уровень заработной платы ваших корреспондентов и не дурацкий философский вопрос какое из определений журналиста вам ближе всего их там масса некоторые из учебника, кое-какие из Европы, кое-какие сейчас здесь будируются. Кто такой журналист? Да, да надо ну, спросить на Косово, он у нас энциклопедист, не, не я. Кто такой журналист? Я вам не отвечу, давайте так. Вот есть вот очень умные здесь люди, а, а я не знаю такой же. Я работаю, например, не с журналистами и не с редакторами, я с людьми работаю. И вот они делают что-то, что мы можем там использовать. Мы используем. Я не ставлю своим себе вопрос, этот журналист написал или, или у него образование, он врач. Вот у нас убили журналиста, который много лет работал в Дагестане. Он врач-кардиолог. Вот, и, так сказать, никогда я не интересовался, до какой степени он журналист. Но всегда я понимал, что он в первую очередь врач. То есть определение для меня не является значимым, значимым фактором, и никогда я не пытался ответить на эти вопросы, они для меня сложноваты. Слава богу, тем более, что есть люди, которых можно спросить, и они подскажут. Вот же ведущий. Юра, только два, потому что восемь минут еще Григорий с нами. Да. Нет, ну я просто скажу, что на самом деле, если по-человечески, то ведь мы и все журналисты, и все философы, все поэты, все влюбленные в какие-то моменты жизни, часы мы бываем ну, как бы во всех этих ипостасях. Поэтому в какой-то момент что-то становится главным. А главным становится всегда вот это межчеловеческое общение, отношение к другому. Как назвать это? это есть человеческое в человеке. Что такое человек? Человек – животное. В человеке есть животная природа. Мышление, оно вот пронизывает нашу животную природу, и если там светится что-то, в этот момент мы вдруг понимаем. И тот, кто понимает в этот момент, он может быть журналистом, потому что эта профессия, она непосредственно предполагает сообщение. Любовь предполагает что-то другое. Ну и так далее. Я думаю так. Спасибо. Спасибо. Был второй вопрос. У нас нет вообще зарплат. То есть мы платим людям за работу. Мы сегодня обсуждали утром 25 журналистов, которых мы хотим премировать. И там были люди, которые опубликовали 800 материалов за год. Были люди, которые опубликовали 200. Не отвечу вам, это личный вопрос. Я очень рад, что вы упомянули Толмачева, потому что здесь, мне кажется, собрались люди, вот, которых я бы и хотел призвать не быть беспристрастным. Вот когда я сказал «Кущевка», кто-то из вас вспомнил о резне, да? Но очень мало из вас, наверное, как вы, подумали о том, что именно в Кущевке ростовский журналист получил за свою работу 9 лет – не всегда за убийство 9 лет дают. 9 лет получил колонии строгого режима, вот на экране. Может он и занимался вымогательством. Я сейчас не судья ответить на этот вопрос. Я просто до вас довожу факты. В Кущевке, вот 8 декабря, это хроника текущих событий. Посмотрите приговоры за убийство. 9 лет не всегда получают убийца не говоря уж про высокопоставленных фигур, которые иногда оказываются на свободе, не будем упоминать ничьи имена в нашем долголетии, это нам может помешать, но все все знают. Девять лет, вот что происходит сейчас, это журналист, это Кущевка, Кущевка не закончилась резней. Кущевка продолжается при нашем безучастии, потому что если бы эти материалы если бы про этого мужика хотело бы знать много людей, живущих по всей стране, если бы просто эти сведения расходились бы, если бы эти сведения хотели бы получать множество людей, я уверен, что была бы другая реакция. Потому что, к сожалению, суд наш не беспристрастен. Коллега, прошу. Представляйтесь. Арслан Дациф, Республика Дагестан. Я обычно очень сдержанный человек и терпеливый, возможно, и высказать свое мнение на данной лекции я никак не могу. Отец у меня чеченец, мать белорусская, живем мы в Дагестане, отец мусульманин, мать православная. Так вот, она смогла воспитать во мне вот патриотические вот эти чувства, несмотря на то, что она сама не из этого региона. На самом деле люди у нас очень добрые, отзывчивые, они всегда помогут, поддержат. А вот те, кто приезжает в центральные города России и показывают э, негатив, вот невоспитанность, это аутсайдеры, на мой взгляд. Те, кто не смогли у нас вот это показать, не смогли у нас чего-то добиться, возможно, просто вот мое, мое мнение, мое точка зрения. Я хотел бы, чтобы вы все это знали. Я хотел бы, чтобы вы все поняли, что на самом деле у нас очень образованные, грамотные, умные люди. А вот вот эти вот э, негатив вот этот он исходит из э, Извне я, наверное, так выражусь. Извините. Спасибо, спасибо, Арслан. Коллеги, кстати, сейчас я дам микрофон Григорию. Я просто хочу воспользоваться этой репликой для того, чтобы призвать вас, помимо общения здесь, на сессиях, общаться еще в кулуарах. Говорите друг с другом, потому что это уникальная возможность. Уникальная возможность поговорить с людьми, которые живут от вас далеко. Просто друг друга понять. Это очень важно. Это не менее важно, чем то, что мы делаем вот на наших сессиях. Григорий, простите, прошу. А, да нет, спасибо вам. И замечательное замечательное мнение. Под конец. Я бы не был столь категоричен. Приезжают не только аутсайдеры. Я бы не стал тоже всех приезжающих называть людьми, которых описали вот не самым точным образом, используя слово джамат. Разные люди приезжают, и замечательные люди приезжают, и ужасные люди приезжают. И замечательные люди живут в Дагестане. И не только замечательные люди живут в Дагестане. И не только в Дагестане. Повсюду живут очень разные люди. И мы исходим из этого тезиса. И мне кажется очень правильно понимать, что... Все, все в многообразии, все в различии. И правильно быть эмоциональным, и правильно быть субъективным, и правильно понимать, что ты можешь заблуждаться, и, и можешь судить, быть слишком комплементарным по отношению к тому, кто остался, и быть слишком резким к тем, кто приехал. Потому что приезжают часто не с дурными намерениями, а от плохой жизни. И становятся тоже люди в сложных условиях. Люди не всегда продолжают быть людьми, как говорил нам Синокосов, напоминая нам, что мы не только люди, но и животные. Поэтому я очень рад был услышать ваши слова, Арслан. И я считаю, что это дело каждого влиять на то, что происходит. Вот мы, нам кажется, что те, кто приезжают, они здесь попадают в какую-то другую среду. А на самом деле они попадают в нашу среду, они попадают в среду коррупции, они попадают в среду вымогательства и какова доля вот ответственности вот я москвич еще раз, отношения к Кавказу не имею. Какова доля ответственности вот москвича, пассивно так реагирующего на то, что рутиной наших дней и бензином наших, наших моторов таких социальных стала коррупция, стала дискриминация, стало такое негативное отношение к любым приезжим, будь они из Дагестана или из Якутии. Какова наша за это ответственность, я не знаю, но я знаю, что она есть. И я знаю, что надо ставить перед собой эти вопросы в личном качестве, а не просто там как редактору или как журналисту. Еще раз спасибо вам. Коллеги, вот помимо сущностной стороны дела, сути того, о чем Григорий говорил, я не могу просто не воздать хвалу интеллигентнейшей манере преподнесения и тому, как, как изящно наш гость это делает. Я прошу поблагодарить. Полчаса перерыв.